Привет! Мы наконец приехали. Мы всегда мыли здесь. У меня много воспоминаний, связанных с этим местом, со времен трени. Например, я и Ви довольно близки. Мы дрались здесь. Мы даже ссорились раньше. Мороженое, ты должен дать мне одно. Почему ты не принес мне его? Я его куплю тебе потом. После всего этого мы снова мирились. Я прихожу сюда, когда хочу побыть один. Я прихожу сюда подумать. Это место, куда мы приходим по каким-либо причинам. Для меня это место с большим количеством воспоминаний. Мы будем петь песню Taeyang, Your Ma. Я нервничаю, но рад. Текст песни о девушке написанный в мыслях о девушке. Но сегодня мы будем петь, думая о фанатах. Наши фанаты — наши девушки. Чангук хуже меня. Они в наших мыслях. Сейчас вы же будете слушать эту песню. Вы же будете? Спасибо, спасибо. Сегодня мне было действительно весело. Это правда, правда весело. И это честь выступать в нашей компании вокалистов. Мы решили установить зрительный контакт между собой, но Чангук не сделал этого с нами. Я не мог видеть вас. Не мог видеть нас? Ты хочешь, чтобы я тебя врезал? Когда я смотрел, я видел Джинхёна и Вихёна, Чиминахёна. Нет, я его не видел. Оцените свое выступление. Немного жаль, я думаю, есть пара моментов, которыми я недоволен.
Я дам 60 баллов, я долго не выступал перед фанатами, я хочу быть лучше. 70 баллов? Выступление прошло хорошо, песни соответствовало. Я дам 68 баллов. Почему? Я сделал несколько ошибок изначально, поэтому. Спасибо. Следите за нами. Спасибо.